Ешь молоко, раган, шкили, пора, иду с кусаверна. Каждому цыпленку такая же забота, как и детям. Вот, например, этому цыпленку 20 дней. Он стойко стоит на своих пятипалых лапках. На него уже хозяйка во дворе, Роза Тарасова, возлагает большие надежды. Температура, влажность, Фермерское хозяйство Розы Тарасовой основано в 2016 году. Решение о его создании приняли на семейном совете. А грант на реконструкцию старых ферм КФХ Тарасова выиграла в 2016. К работам по модернизации птичников приступили в 2017 году. Сейчас в пяти помещениях разместились 75 тысяч цыплят бройлеров. Собираются в КФХ открывать убойный цех по переработке мяса бройлеров. Для этого создали не так давно сельскохозяйственный производственный кооператив, в которые объединились 3 фермерских и 13 личных хозяйств. Давамында шли тұрған болабыз. Әлі біз маңа қатлік шледік жәйгі сезондағына. Күш күні аптавиклар бек олмай, живой олмайлар. Бұл енді алла берсе, мұна шол итке жібере тұрған болабыз енді. О бойыны сәхна әзірлі бітіріп. Новое здание для цеха площадью 350 квадратных метров уже отремонтировано на 80%. На днях его утеплили. Закупили оборудование, которое отвечает требованиям ГОСТа. Яқта була енді үш холодильник. Міне зор холодильниклар мында була. Мында енді міне убойный цех. Теге қырыйда була кіріп кейіне тұрған душлар, нелер кіріп кейіне тұрған жер. Мынсысы бұтште була убойный цех. Бұ яқта була енді най. Коридор, шевелер нелер кіртерге, әнетігінен орттан кіртерге. Коридор була. На сегодняшний день на 3 КФХ здесь трудится 6 человек. При открытии нового объекта планируется увеличить количество рабочих на 13. Еще одна положительная сторона кооператива – создание новых рабочих мест. При правильном подходе к земле она способна не только прокормить, но и вознаградить, говорит Роза Тарасова. Продукция КФХ уже нашла своего покупателя и востребована. Птицы приобретают не только жители Мамадышского района, но и соседних районов, а также приезжают за ними из Оренбурга, Ижевска и Республики Марий-Эл.